25 тонн с гектара. Такой урожай картофеля уродился в этом году на полях бийского плодопитомника. Здесь выращивают несколько сортов столового назначения. Розара, Удача, Каратоп, Рамос, Гала, Жуковский ранний. Еще ряд сортов, выведенных селекционерами разных стран и регионов, пока проходят только апробацию. Если вкусовые качества и урожайность устроят, то в качестве семенного материала картофель поступит в продажу в следующем году. Стараемся быть полезными населению не только в качестве продовольствия, но также и для того, чтобы человек посадил, мог где-то купить семенной картофель недорого, потому что тот, что к нам привозят, он не всегда хорошего качества. И в то же время, ну, если бы мы не выращивали семенной картофель, цена на него достигала, ну, 100 рублей. У нас в этом году там порядка 30 рублей за килограмм стоит. За семенным картофелем лучше приезжать весной, а сейчас самое время покупать овощи на еду. Дешевле, чем в сентябре и октябре, они уже не будут. Например, сегодня 32-килограммовый мешок желтоплодного картофеля продают за 250 рублей. Так, давай возьмем розовенький. Давай вот этот вот возьмем. Сорт «Розара» ценится за свои вкусовые качества и внешний вид. Розовый снаружи, внутри картофель имеет желтый цвет. Он не разваривается, поэтому незаменим в салатах и первых блюдах. Сторонники здорового питания предпочитают сорт «Рамос». В нем содержание крахмала относительно невысокое, примерно 13%. Ирина Дубицкая, Иван Зяблицкий. Бийск. Специально для наших новостей.